Народ, всем пламенный хелло, приветствую вас на канале Family Van. Из жаркой солнечной Флориды, у нас снова жарко. И мы сегодня опять на площадке у Honda, но несколько новиночек я увидел очень классных и решил вам срочно показать. Вы уже обязательно свой телеграм-канал в первую очередь, поэтому те, кто там подписан, уже увидят эти автомобили. Ну что, давайте глянем, что у нас есть, по каким ценам, все как обычно. Ребят, ну кто-то, кто смотрит постоянно, они найдут те машины, которые уже видели, быстренько промотают. It's okay, а некоторые увидят что-нибудь интересное. Вот очень интересное стоит Tesla Plate, это у нас. Это 23-го года, S-Plate, 2000 всего пробег, бордовая. Кто хочет, чтобы у него самая быстрая жена была на свете, ну или не жена, там, я не знаю, дочь, например. И посмотрите, какой ценник классный на эту машину, 87 800. Очень хороший ценник. Ну, будет дилерфи там небольшой, но в целом машина, конечно, огонь. Смотрится бомбически. Ну, это плейт, не забывайте. Кто не знает, загуглите, что такое плейт. Так, Раптор этого я показывал. Заряженную, сверхзаряженную. Выложу даже телеграм-канал. Ну, это для маньяков, любителей острых ощущений. Единственное, пробег, конечно, великоват, но опять-таки все. Все познается в сравнении, для чего, смотря, машина 50-55 500. Красотка М2. Вот этот цвет их, это самый популярный и модный цвет. Вы знаете, он вживую очень красиво смотрится, особенно на флоридском солнце. Давайте я вам прямо ее на заставку покажу, поставлю. Машина смотрится бомбически просто. А? На самом деле, ребята, очень большие проблемы с покупкой сейчас BMW, особенно на экспорт, стали. Здесь, на внутреннем рынке, не просто выбрать, в основном под заказ. Комплектации почему-то не сильно много. И в целом как-то дилеры не владеют на складе большим количеством выбора. А хочется что-нибудь такое интересное. Такие машины это вообще как бы не часто встретишь. Ну и здесь, ребята, 23-й год, 2000. 2000 с небольшим пробег и 68 тысяч. BMW двоечка. М2. Красотка. Красотка такая очень молодежная, шустрая. LC500 показывал, поэтому не буду заострять внимание сильно много, просто покажу ценник. 85 тысяч. Небольшой пробег я уже показывал. Audi S5. S5 с карбоновым спойлером, смотрите. 3 литра, 27 тысяч на красном салоне. Шикарная. Дефт, этот что-то у них подзавис. Не знаю почему, отличная машина. Может быть, цена, ну, шноркель. Тут все дела. Но у нас нет особо тут бездорожья нигде. 70 тысяч долларов, 22 год. Вполне себе. Так. Таха. 22 год, 34 тысячи. Ребята, есть новость. Это High Country, это, кстати, максимальная комплектация, но он без экранов. Видите, с капитанскими креслами. Есть новость в том плане, что выходит новый Tahoe, и мы ждем его буквально уже к этой осени, ну, возможно, ближе к зиме. Так, GLS 450. Капитанские кресла. 37 тысяч пробег, V6, 20-й год, кстати, проходной. X-Drive M4 Competition, convertible. На апельсиновом салоне. Из прямо из солнечной Флориды. Кто себе хочет такой кабриолет? Я уже набаловался. Но у меня был, правда, M440, не Competition, конечно. А все равно было в стол. 1400 всего пробег и 92 тысячи цена.
Так, вот оно что, Михалыч. Ребята, сейчас выложу. Ох, сейчас выложу. Конечно же, Raptor. Raptor черный на Fuel дисках. Уже полностью готовый. Да. Это, конечно, авто. Такое лихое очень. Пороги Raptor черные. Ну, короче, в принципе, тут нечего рассказывать об этом автомобиле. Мне кажется, Raptor знают все, понимают, но у него очень-очень классные стоят диски. Fuel американской компании. У меня такие стоят на моем Bronco. Ну, тоже этой же компании. Не точно такие же, а очень красиво смотрится. Очень такое. Так, ну и что у нас там? Так. Цена 73 800. 22 год. И пробег 20 тысяч. 3,5 V6 EcoBoost. Так, вот это, ребят, наверное, сейчас в Telegram прям сразу выложу. Потому что очень классная машина. Часто спрашиваете меня о чем-нибудь таком. Бля, да что же это такое, а? Вот это представляете себе? Просто жесть. Я сейчас только что чуть себе спину не проколол, блин, капец. В общем, кому надо, завернем и отправим. Да и кому надо здесь, мало ли, может быть, кто-то хочет по фэншую там. У меня Bronco есть, тоже продают, так что пишите, кому надо будет. Колеса примерно такие же. Так, ладно, погнали дальше. Сейчас, так, подожди, Telegram выложу сначала, сейчас быстренько. Так, все, ребят, уже выложил в Telegram, уже те, кто на Telegram подписан, знают. Ох, какой красавчик Кадиллак. Сейчас мне сказали, еще подгонят сюда Кадиллак Эскалейд. Скоро. Ну, если успею, засниму, если нет, потом вернусь на обзор, то сейчас уже надо мне в Майами уезжать. Ребята, Траверсы, Chevrolet Траверсы. Я знаю, что очень популярная машина для многих, очень любят, и неспроста. Это максимальная комплектация High Country. Здесь есть, по-моему, все у него. Все, что может сегодня предложить GM. Ну, или мог на тот момент, потому что, ребята, вот-вот мы с вами ждем новый Cadillac. Новый Chevrolet Traverse. Так, здесь у нас два люка. Подогрев руля. Вентиляция, подогрев сидений. Ну, единственное, вот эта вот меди, она, мне кажется, немножечко такая устаревшая, конечно, все равно. Музыка хорошая стоит, тут вставочки под дерево. 23-й год, 3500, 3,6. И сзади, конечно же, капитанские кресла. Здесь немножечко другая такая отделка кожей. Прикольно. Третий ряд очень удобный. Много места. А, цена 44 тысячи. 44-125. Пойдемте посмотрим, что еще я вам тут не снимал. Еще один Траверсе, ребята. Тут Шевроле, вон, и еще один нам Траверсе. Вот он. Пригнали. А, какой красавчик. Это платинум, ребят. Это самый максимальный, еще и удлиненный. Ну что, пойдемте посмотрим, да? Сейчас они ее поставят. Мы его сейчас. Я вам сейчас его сниму и скажу, сколько стоит он. Так, ребят, я сейчас уточню по цене. Я напишу ее в Telegram. Это единственное, это удлиненная версия, это платинум версия. Видите, вот это вот их. Определенная фактура сидений. Здесь вот такие, дополнительная музыка стоит. Ну, те, кто разбирается в этих автомобилях, они хорошо знают. Я единственное, сейчас не вижу, сколько у него пробег. Они отошли. И я не вижу пробега. А, ну вот, подождите. Не вижу сейчас. Ладно, давайте посмотрим самый главный момент, который интересует нас. Он проходной, ребята, это 01-21 год. Он уже проходной, он трехлетка считается, поэтому на него будет льготная таможня. В общем, давайте так, я сейчас выложу в Telegram и туда, как только сейчас узнаю цену, расскажу вам, что получается по цене на эту машину и какой пробег. У меня просто, к сожалению, только что сдали в трейд-ин. Я еще не знаю по ней данных. Еще они не повесили туда стикер.
Ну, либо на днях прям вы его уже обязательно повторю. Но вот имейте в виду, что есть такая машина, кто интересуется, кому нужен, пишите, я буду узнавать. И как бы здесь уже все, возможно, покупка и здесь, и на экспорт. Без проблем. Уже все, проходной хороший год. Все, ребята, пока-пока. Сегодня вот такая вам информация. Сейчас телеграм, вы уже еще Кадиллак, вы пишите. Так, ребят, только что сдали в автосалон Cadillac Escalade Platinum. У него проходной год. Он уже январь 21-го, то есть он уже трехлетка. Это самая максимальная комплектация. С экранами, с этими вот сиденьями. Только что я обещал, на него принесли стикер. Сейчас я... Видите, музыка вот эта вот топовая. Ну, это самая-самая топовая версия. Это удлиненная версия. Сейчас я вам сообщу, сколько он стоит и какой пробег. Так, ребята, значит, это 21 год. 58 тысяч 6,2. И 80 тысяч долларов. Show me the money. Thank you. Угу. Вот такая вот информация для вас.